Всем привет! Сегодня с вами вновь композитор Святослав Морозов из Atria Studio и очередной дневник разработчика. Сегодня речь пойдет об еще одном проекте нашей студии Shut Up and Dig. Исследуя нововведенной традиции, начнем с истории создания проекта. Shut Up and Dig родился и начался существование в далеком 2012 году. Главный разработчик данного проекта Евгений Щербаков также является основателем Atria. Игра разрабатывалась так долго по многим причинам. Одна из этих причин — выбор движка, на котором будет разрабатываться игра. Второй причиной стало поднятие знания языка, свойственного движку игры. Основной проблемой, простите за жаргон, занозой в заднице стала проблема поиска художника, на которого было потрачено основное время. Теперь стоит перейти к сути самой разработки. Долгое время Shut Up был без анимаций, графических эффектов. Все было сделано на спрайтах, которые взаимодействовали между собой. После полной разработки механики игры графическую часть уже было не обойти, и тут начались основные проблемы. Было более 10 художников, и каждый из них не устраивал своим КПД. Постоянные эксперименты с графикой, сюжетной частью и вообще идеями очень тормозили развитие проекта. Основная разработка пришлась на лето 2015-го. Евгению была необходима команда, как в принципе и для Эры, и вот тогда и произошло объединение. Буквально за несколько месяцев Shut Up поменял свой сырой вид до приемлемой игры, и она нашла свою, хоть и небольшую, но все же аудиторию, которой игра пришлась по вкусу. Многое было переработано в механике мира. Одни из основных новшеств были добавлены новые классы, новые мобы, взаимодействие ловушек не только на главного героя, но и на существ подземелья. Добавлено огромное количество новых предметов. Пояс взрывчатка, арбалет, уборка слизи, магические палочки, пояс восстановления, хп и другое. В игре появились случайные события наподобие Snake Party, которые усложняют прохождение мира. В будущих планах лежат новые миры, которые будут наполнены различными мобами, новыми боссами, случайными ивентами. Касательно информативной части игры будет добавлено описание предметов. Уроки, способы крафта и книги, описывающие историю персонажа. Предстоит еще много работы, но мы надеемся, что Shut Up будет только процветать от этих изменений и найдет свою аудиторию. О нововведениях мы будем оповещать вас как можно чаще, чтобы держать в курсе разработок. Также хотелось бы сказать, что в будущем планируются различные конкурсы на раздачу ключей, денежных призов и возможность участия в разработках наших игр. На этой прекрасной ноте я, Святослав Морозов, прощаюсь с вами. Подписывайтесь на наш канал, группу, следите за новостями и спасибо за то, что следите за нашей работой. Для нас это очень важно.